Девчулечки мои, красотулечки, всем привет, мои красавицы. Девочки, вы меня просили сделать вам видео, девчонки, на вот такие бигуди из фикс-прайса. Я не знаю, кто-то, может, видел, кто-то не видел. Цена их 99 рублей, и здесь 6 штук, девочки. Ну, чем эти бигуди хороши? Тем, что, конечно, они мягкие, на них можно, девчонки, спать вполне спокойно, то есть их можно симпатичные, мало того, они очень такие красивенькие, и здесь внутри, ну, такая, так скажем, проволочка и поролончик, то есть их можно накрутить, и очень будет симпатично и красиво. Что мы делаем, девочки? Здесь, конечно, всего их 6 штучек. Это мало, я считаю. Нужно, конечно, взять, ну, пачки 2, девчонки. Вот это будет хорошо. Ну, я сделаю так. Я сейчас возьму помногу буду брать, чтобы их хватило 6 штук. Итак, начинаем, девочки. Волосы должны быть чисто вымыты. Вот. И желательно их смочить или водичкой. Вот у меня уже волосы подсохли. Вот, или водичкой смочить, или вы нанести пенку, или любой другой состав, который, так скажем, укрепляющий, девочки, состав. Вот так вот разнесем нашу водичку. Челку я трогать не буду, я ее оформлю по-другому. Мне потому что челка нравится по-другому. Вот здесь вот давайте немножечко. Так, девочки, я красилась, если будут вопросы. Краска у меня Гарньер, и цвет у меня песчаный берег, номер 81. Так, смочили наши волосы, и здесь уже, девчонки, как вы будете носить. То есть я вот ношу вот так, и поэтому, ну, я не буду сильно заморачиваться, я просто буду отчесывать вот так вот. Так как бигуди у нас мало, я возьму вот эту зону, височную это называется, отчешем. Приподнимем наверх, девчонки, и накрутим. Начинаем накручивать бигуди. Я буду накручивать от лица. И просто как вот так вот, девчонки, накручиваем. Просто закрутили вот так. И переворачиваем вот так, чтобы наша бигудюшечка вот так вот, можете даже еще вот здесь вот так, не разлетелась. Все, вот такой у нас с вами шишечка гулёт. Шишечка должна получиться. Давайте опять возьмем такой большой прям блок, возьмем волос, чтобы у нас с вами хватило. Я вот так вот подтяну это все наверх. Опять беру бигуди. Ну, короче, девчонки, вот такими вот, вот такими блоками большими вы можете накрутить. Накручиваем на эту бигудюшечку, заворачиваем, и вокруг вот так вот можете сделать. Все, держится очень хорошо вот эти шишечки наши.
и образ готов к Новому году. Вот так можно легко и просто сделать такую причесочку, легкую, вы сами видели, раз, и все. Из обычных бигуди из фикс-прайса, девчонки. Ну, вот так, как-то так. Вот такая ретро-прическа у нас готова, девочки. Ну вот, мои красавицы, все, что я вам сегодня хотела рассказать, девочки, показать. С наступающим вас Новым годом! Счастья, здоровья, ну, всего-всего самого-самого лучшего, что можно пожелать, я вам, девчонки, желаю от всей души. Ну, а с вами была я, Рубцова Наталья. Не забывайте, кто новенький, девчонки, подписываться на мой канал и давайте дружить. Люблю вас всех, мои красавицы.